Уважаемые жители Старомайского района, уважаемые жители Ульяновской области, от всей души поздравляю вас с новым 2022 годом. Я на этот год возлагаю большие надежды. Надежда того, что мы все-таки расстанемся с коронавирусом. Надежда на то, что наш район и наш регион будет развиваться. Ну и от Нового года всегда ждут чудо и какой-то волшебной сказки. Поздравляю всех с Новым годом, здоровья, мира и удачи в новом году.